Ну что, сейчас я вам попытаюсь показать, где находятся датчики температуры на ИБУ. Сигнал, который приходит сюда для понимания компьютером бортовым, ну, мозгом даже, скажем, какая температура у движка. И также датчик там расположен на приборку. Я, как уже говорил, эти два отдельных датчика, они независимы друг от друга, и они находятся рядом. На них заходят отдельные провода, поэтому не путайте. Если у вас показывает что-то приборка, это еще не значит, что также видит и ИБУ. То есть это совершенно два разных датчика. Ну и поэтому приступаем. Смотрите, чтобы их показать, находятся эти датчики за катушкой зажигания и клапаном EGR, ниже причем находятся. Я немножечко разберу свою кастомную вакуумную магистраль, потому что она очень мешает для демонстрации. Потом, здесь еще есть провод дворников, привода дворников, скажем так. Мы его тоже расцепляем. Вот этот разъем. О, у нас на моторчик там заходит, да-да-да, вот это. Все. Отлично. У нас появился хоть какой-то, хотя бы пусть пародия на нормальный доступ к этим самым датчикам. Я, честно скажу, я даже немножко репетировал до того, как начать это показывать, потому что это все очень непросто здесь. Вот, смотрите, камера сейчас наведена четко. Вот, смотрите, ребята, вот я нашел эти датчики. Навожу наверх, вот клапан EGR вот здесь. И вот там, видите, корпус катушки зажигания, вот он. Вот, вверху мы видим. Вот разъем на первый датчик, это который на приборку идет, и на второй, он такой с защелкой, он более сложный, чтобы вы поняли, как надо изощриться в Омеге, чтобы до них как-то долезть, хотя бы показать. Ну а также существуют версии того, что вот этот вот датчик отвечает за температуру на мозгах двигателя. Нет, ребята, это датчик включения первой скорости вентилятора. Далее у нас есть еще и датчик второй скорости, расположен он вот здесь, то есть ниже, вот тут вот он. Вот. Вот это датчик второй скорости и также вентилятора кондиционера. Отвечает именно вот этот датчик второй. Поняли, да, теперь, надеюсь? Что то, что вам нужно, если у вас какие-то есть проблемы с тем, что видит ИБУ, а как проявляются проблемы с этим датчиком? Да элементарно, вот если на мозги приходит не та температура, двигатель никак не может сбросить прогревочные обороты. Либо наоборот, вы его запускаете, а он зимой работает на 800, соответственно, делает это нестабильно. И вы не понимаете, почему он не поднимает холостые. Возможно, вот этот вот датчик на ИБУ показывает всякую фигню. Искать его именно вот там. Я надеюсь, теперь вы запомните этот момент и будете знать, куда лезть, чтобы исправить эту проблему. Ну и, скорее всего, вот также проблема может быть не только в самом датчике, как я всегда говорю. Омега – это наука о пожухлой проводке. Когда вы держите это в голове, соответственно, вы прекрасно понимаете, с чего надо начинать здесь любой ремонт по части электрической, то есть проблемы с датчиками. Всегда начинайте с жухлой проводки, потому что в большинстве случаев это будет так. Видите, у меня здесь даже кастом на датчик распредвала. И этот кастом как раз таки сделан потому, что бывший владелец сказал, что здесь барахлил провод, сигнала не было на датчик. Он тоже менял датчики, покупал оригинал, они не работали, а потом вот кастом, и все заработало. Вот как-то так.